Не уходи сейчас. Смотри. Добрый день, меня зовут Алтынбек Кимур Агрессии, и это мои курсы самообороны без оружия. Мы живем в очень опасное время, где нельзя доверять ни себе, ни другим людям, поскольку каждый выводит тебя на конфликт, где-то наебывает, где-то деньги берет, не отдает, но не избежать конфликта, где нужна физическая сила. И этом школа моя, где я буду разбирать немного кунг-фу, джиу-джитсу, кодекс. Ой, кодекс. Хаит нау, блядь. Я владею всеми стилями карате, всеми. У меня коралловый пояс по джиу-джитсу, армрестлингу. Немного мастер спорт по легкой атлетике. На выходных вот выполнил я мастера спорт по боксу. И я хочу сказать, что это конкретно все то, что я есть, и все, что меня нет, это все я. И сегодня я передам свой опыт, поскольку он большой. Даже откровенно говоря, надо признаться, что удар одного дюйма, который придумал Брюс Ли, придумал я. Но мерзкий Брюс Ли это своровал и теперь скрывается под талдыкурганом под именем Дмитрий Ким. Что сегодня мы должны разобрать? Ситуации бывают разные. Представим ситуацию. Мы находимся где-то в парке, да? Я иду в парке. Я милая девушка. Я иду в парке. Время ночь. И подходит огромный, черный, страшный человек. Соответственно, я паникую. У меня ошарашенное сознание. Я не знаю, чем занять себя. А нужно занять себя мыслью о том, как вести диалог. Потому что в первую очередь, да, мы вывозим словом. Слово это меч, а меч он ранит. Мы спрашиваем, что ты мне мешаешь пройти? Он отвечает, одна здесь или две? Надо отвечать одна, потому что может спугнуть его то, что вас две. Нас одна. И сейчас мы говорим, одна. Он говорит, а что ты тут делаешь ночью? А, вот это ловушка. Это вот здесь мы должны уже как-то вот так уходить отсюда. Я покажу лингвистическую ловушку от Алтынбека Кимура. Мы отвечаем. Тебе ебет или интересует, что я здесь делаю? Понимаете? Это уже мы даем вариант. Он ошарашен, он не знает, куда двигаться. Он говорит, интересует. И мы тут же... Ай, меня не ебет, что тебя интересует! Это первый вариант. Второй вариант. Он говорит, меня ебет. И мы отсюда же сразу моментально отвечаем, а меня не ебет, что тебя интересует! Это лингвистическая ловушка от Алтынбека Кимура Грейси. Пользуйтесь на здоровье. Вы всегда выйдете из конфликта, и гопник будет ошарашен, будет плакать. Энергии ноль у меня. Подходит огромный человек и говорит, давай драться. Сразу, напрямую, такой человек. Говорит, давай драться. Я говорю, со мной? Обязательно дайте понять, что как будто вы, да, этот, немного в форме. Задайте вопрос. Мне? Ты? Я? Вот тут? Это немного его остановит. И в этот момент мы обязательно, как любой статистический человек, достаем скакалку. Обязательно скакалка 1.5 метра. Первым делом, после того, как мы раскрутили, мы правое запястье убираем за спину. Проносим головку скакалки за спиной. Отсюда шаг ногой левой вперед и после этого удар глаза. Раз. Он уже ошарашен, правого глаза нету, он инвалид. Инвалидов мы не бьем, поэтому в левый глаз.
Он уже слепой, уже отсюда, сразу мы делаем «А!» И все. Вот здесь печень проверили, он наркоман явно, алкоголик. Все, домой спать на. Третий вариант, классическая ситуация. Классическая ситуация. Ёб твою мать, ключись! 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 Просто поджелудочная иногда отказывает. Все, классическая ситуация. Мы шакалим толпой одного человека. Мы один из этой толпы. Человек упал, он был неправ абсолютно, был в розовом. Мы не приветствуем розовое. И вот здесь самое главное, как мы шакалим. Ни в коем случае не используем никогда, никогда, что бы ни было, да, она умна, туда-сюда, движения идут, не идут. Ни в коем случае сокерки к лицу не пинаем. Никогда. Мы хоть и шакалим, но шакалим по правилам джунглей. Потому что это все-таки потом заявление она умна. Мать будет ругаться, тоже не надо это. Мы пинать ни в коем случае нет. Поэтому мы переворачиваем, заботимся о нашем подопечном. И отсюда легонько пыром, гэнг, как будто пинаем мяч. Можем немного вот здесь стоять, типа, пацаны, не надо. Пацаны, не надо. И как Роналду. Пацаны, не надо. Вот здесь разбегаемся. Гэнг! В конце говорим какое-то слово, чтобы он в себя пришел. Типа, эй, родной. Родной, блядь. Родной! Ты молодец, нахуй. Футболку отдай, нахуй. Следующий вариант. Классическая ситуация, когда вы ударили своего оппонента, он упал, и отсюда нужно выйти на болевой на руку. Поскольку мы деремся по правилам www.kz.z, мы не можем добивать здесь. Поскольку мы не можем добивать, хотя вариантов очень много, мы можем делать на абсолютно разные удары. То есть шакали удар в ухо, да, пяточкой, ахиллесов пята. Оп, отсюда. Можно много движений делать. Можно отсюда, да, мы заблокировали его шею, да, и делаем мокрого Вилли, да, то есть мы просто вот отсюда, да, и вот сюда, ухо, да. Все мы знаем, это неприятно, это очень больно, это... Но иногда, да, приятно, иногда, согласен. Но это запрещенный удар. Мы отсюда можем ногу закинуть. Отсюда ногу можем закинуть, снять и дать ему понюхать. Но это запрещено. Поэтому мы выходим на болевой отсюда. Мы выходим на болевой. Мы здесь забираем. Мы просто одну руку забираем, да? У нас есть пояс. Каждый среднестатистический человек носит с собой пояс. Мы отсюда, да? Мы вот так его берем. И вот так. Как этот? Только локоть. Мы его берем, да, вот сюда, поясом, да, оттягиваем немного. Правая нога идет за него. После этого он делает маневр на вас, да, он думает, мы его отпускаем. Не тут-то было. Совсем все по-другому. Отсюда, да, он поднимается наверх. Мы даем ему шанс. Даже немного где-то говорим, о боже. Ты сейчас вырвешься. Господи, как страшно. Но это ловушка Алтынбека Кимура Гриси. Мы отсюда его, таз, подаем наверх. А после этого берем его за запястье и отсюда вытягиваем на болевой. Вот он болевой. И здесь вот его кадык. Или просто горло, если вы этого человека любите. И на. И вот здесь вырываем спокойно, не спеша. Если есть жгут, мы можем сделать самый лучший прием моей жизни. Это авторский прием Алтынбек Кимура Грис. Вот здесь бывают очень сильные ребята, которые не отдаются никогда. Мы берем жгут,
У каждого среднестатистического человека есть жгут, нахуй. И вот здесь жгут берем, не теряемся. Чуть-чуть выше, как это? Локоть, да? Локоть. Чуть выше локтя. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, да? Перетянули. Вот здесь. Обязательно. Узел, да, двойной. Вот этой ногой. Упираемся. Это я оттягиваем на эту на себя. Вот здесь нащупали вену. Дождемся, пока человек потеряет себя. Авторский прием передал по наследству пахан. Поэтому пользуйтесь, используйте. Всем салюте, здравствуйте. Меня зовут Алтынбек Киур Агрессия. И это наш третий прием. Довольно распространенный прием среди ребят, которые умеют бороться. Те, кто не умеет бороться, интуитивно им владеют. Это прогиб со спины. И не путать со склонением, потому что прогиб это не то, чтобы прогнуться, а прогнуть и бросить. И это ничего общего не имеет с мягкохарактерными людьми, которые могут прогинаться и выполнять то, что им говорят, и выбирать того, кого дают. Это очень оптимистичный прием, очень, так скажем, неожиданный, потому что мало кто ожидает. И есть два варианта подхода к этому приему. Есть первый вариант, когда мы лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. И вот здесь мы вот стоим, да, идет бычий движ. Бычий движ это когда вы, чё, как, где, с кем, ау, мау, мити, мау. Отсюда я сразу делаю так. Опа! Подхватил. Вот его, как это, локоть, да? Локоть взял, вот он. Сразу. Вот здесь грудь. И вот мы поделали немного. Типа ламбада, мы танцуем у бара. И вот он. Здесь. Нет. Прошли за спину. Вот здесь. Очень важно. Если мы бросаем девушку, мы не берем за грудь. Мы люди. В первую очередь, они животные. Поэтому чуть-чуть ниже. Чуть-чуть взялись. Вот здесь. Уперлись. И немного, вот так взялись, все у нас нога, понятно? Ноги делают весь движно. И вот здесь сразу мы выходим наверх, поднимаем его. И надо представить, что мы его будем бить. Асфальт или плинтус нам. Но в данном случае это возле клуба мы зацепились после музыки. Вот здесь уходим наверх, после сразу... Забираем спину. Отсюда. Сразу. Две мои ноги. Вот эти. Вот эти две ноги. Идут сюда. На. Отсюда. Левая нога. Уходит за руку. Рука блокирует его. Здесь правая нога. Немного в треугольник. И отсюда. Как среднестатистический человек. Достаю скакалку. И говорю. Эх, ёб твою мать. Еще раз, нахуй. Еще раз, ёб твою мать, ты нахуй, блядь. Еще раз, нахуй, блядь, будешь курить, нахуй. Я тебе пизды дам, нахуй. Кури, нахуй, всю пачку тебе. Кури, ёб твою мать. Давай, блядь. Давай. Без агрессии. Просто на технике. И это еще передний прогиб. Абсолютно то же самое. У тебя шампунь есть, брат? С собой нет. А в принципе? В принципе был. Все самое главное, по принципу двигаться. Вот здесь. Если мы встретились с ним лицо к лицу. Лицом к лицу, брат. Бывает бычий движ. Пя. Пьяный бычий движ. Когда нет варианта двигаться. Бам-бам. Потому что немного, бля, подташнивает. И вот мы стоим, упираемся друг в друга. Он что-то говорит, я что-то говорю. Он говорит, я говорю. И в какой-то момент у меня сознание уже не в прятки играет. И наружу рвется. И я такой, что? Что ты сказал, сука?
И вот здесь он же на меня прет, я на него пру. И вот здесь закон 3 Ньютона, инерция. Он просто идет на меня, я руку убираю немного. Типа даю ему захват. Вот здесь. Вот. Вот. И вот на этой инерции я просто правой ногой шагаю в диагональ. Гейнг. Чувствуете? Гейнг. После этого сразу таз подворачивает. Гейнг! Оказываемся в выгодной позиции. Как любой среднестатистический человек даст твою скакалку? За запястье. Убираю. Наматываю. Контролирую. И вот здесь очень важно распределить таз. Таз находится возле уха. Левая рука возле правой руки. И говорим: чё она? Чё ты хотел? Отрезвел, бля? Все, давай, нахуй, переписывай наследство на меня, нахуй. Ты же, нахуй, говорил, что ты, блядь, нахуй, мой брат, нахуй. А ты не брат, нахуй, оказался. Ты, блядь, сука, не брат, нахуй, оказался. Ты, сука, нахуй, черт, нахуй, ты гнида, нахуй. И немного давим на него, постоянно надо создавать давление, типа, ты черт, нахуй. Но не бьем до конца. Это, понимаете, как будто вы кот, он ваша добыча. И вы должны играться с ним. Вы должны немного варьировать свои чувства охотника. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. На! Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. На! На! Потом говорим: почему ты не переписал на меня дом? Он не понимает. Он в шоке. На, опять. На! Сука, ты же говорил, ты мне брат! На! Матушка, на меня же все записала она! А ты как, чёрт, нахуй? Ты вот здесь, главное, нахуй, не терять эмоции, блядь! Сука, на! По бесу, нахуй! На, сука! На, сука! После этого отпечатки вытираем. Смотрим, нету ли камер. И желательно гасимся дома. Это Алтынбек Кимура. И мои курсы самообороны. Будьте счастливы. И никого не бойтесь. Есть на свай, пацаны? Ёбана жизнь. Ёбана жизнь. Ёбана.